Dell i14953. Беспроводной сканер штрих-кодов с возможностью декодирования кодов формата 1D. Устройство поставляется в комплекте с кабелем, пользовательской инструкцией и гарантийным талоном. Ручной сканер выполнен в прочном пластиковом корпусе черного матового цвета, способном выдержать падение с метровой высоты. Его габариты не превышают 19 см по высоте и 7,5 на 10,5 см по ширине и глубине. Вес прибора почти 200 граммов. Эргономичная изогнутая ручка способствует удобному хвату. Сканирование осуществляется в ручном или непрерывном режиме. Устройство считывает 25 типов одномерных кодов. Источником света служит лазер с длиной волны 650 нанометров. Сканер работает в беспроводном режиме с передачей данных через сеть 2.4G. Дальность синхронизации с устройствами учета и кассами достигает 20 метров в помещении и 100 метров при условии прямой видимости. Встроенная литиевая батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает до 50 часов работы. Ко всему прочему, есть возможность проводного соединения при помощи интерфейса microUSB в нижней части рукоятки. Длина кабеля составляет чуть больше метра. Этот ручной сканер станет хорошим помощником на кассе или на складе и при инвентаризации. Он быстро считывает стандартные линейные коды из бумажных носителей даже при минимальной поверхности маркировки. А поддержка беспроводной работы позволяет отходить на значительное расстояние от базы.